Добрий вечір всім прихильникам спорту. Традиційно о цій порі на каналі Рось ми будемо говорити про спорт. Ну, відповідно, найближчі 26 хвилин поговоримо про олімпійський цикл попередній. Ну і зрештою той цикл, який веде до Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. Більше того, у нас є гість, який зможе відповісти на низку питань. Ну і це Віктор Нагній. Доброго дня. Людина, яка допомогла поки що для Черкащини здобути єдину ліцензію на Олімпіаду в Ріо. Сергій Куліш його форми. Ну, відповідно, Віктор Нагній – це заслужений тренер України і тренер Сергія Куліша. Ну, в першу чергу такі, знаєте, відтягнуті вітання, да, бо ліцензія була здобута значно раніше, але в будь-якому разі, от поки що, це єдина ліцензія, яку здобув черкаський спортсмен саме до цього циклу. Скажіть, от, ну, пригадайте, яким чином це було оформлено. Зрештою, у нас є кадри одного із Кубків світу, це Іспанія. Ну, і саме проходячи вдалу дистанцію, Сергій Куліш зумів оформити ось цю олімпійську ліцензію. Ну, в началі нашого розговору хотілося б поздравити наших жінок з наступаючим праздником. Ну, звісно, в першу чергу, міра. Міра і здоров'я. Это самое главное, наверное, в сегодняшней нашей обстановке в Украине. По поводу лицензии, ну, скажем так, не первый раз улыбается нам счастье. Это, естественно, благодаря, конечно, результатам, которые нарабатываются. Это была не первая лицензия, которая была добыта нашими спортсменами. Черкасскими спортсменами пулевой стрельбы. Это уже как бы вторая лицензия. Первую лицензию у нас взяла Даша к Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Она ее завоевала, участвуя в Кубке мира в Соединенных Штатах Америки. Вот. Благодаря которой она и поехала на Лондон в 2012 году. У Сережи в этом году получилось, вернее, в прошлом году получилось тоже очень неплохо выступить на чемпионате мира. Это был чемпионат мира в Испании. И в финале он стал четвертым. Буквально не хватило ему 1/10, он 1/10 проиграл третьему месту. То есть медали он не привез, но привез лицензию. Лицензия, которая позволит, мы надеемся, позволит ему виступити в Ріо-де-Жанейро в 16-му году. Я вас от в спортивному світі Черкащини, да, от знаю як, ну, от не емоційну людину, да, але людину такого правдоруба, який любить і постійно говорить зрештою правду, да. От зараз скажіть, наскільки важко зробити олімпійця в Черкасах, да? Тобто наскільки, що потрібно для цього зробити і яких кроків можна потрібно пройти для того, аби хлопець, звичайний хлопець, да, але дуже молодий перспективний хлопець став олімпійцем, ну, от олімпійцем реально і на Олімпіаді до Лондону, і зараз на перед Олімпіадою в Ріо-де-Жанейро. До неї далеко, але Куліш уже здобув цю ліцензію. Для цього потрібно затратити якісь сили, якесь час і, звісно, якісь средства. Без этого не получится ничего. У нас нету, наверное, на сегодняшний день дешевых видов спорта. Ну, есть более, так сказать, приемлемые виды, где можно меньше вкладывать денег. Это те виды, которые, скажем, не называются техническими. У нас высокотехнический вид спорта, где нужна экипировка, стрелка, особенно винтовка, что касается винтовочников. Экипировка стрелка, нужно спортивный инвентарь, это у нас оружие и патроны. Ну, естественно, выезд на соревнования, участие в соревнованиях, участие в начальных тренировочных сборах. И, как бы, я думаю, в первую очередь эту всю нагрузку должно, в общем-то, принимать на себя область, с которой вышел этот спортсмен. Тем более спортсмен не
приглашенный, у нас это часто практикуется, спортсмен доморощенный, то есть он вырос с нуля, скажем, спортивного своего и до сегодняшнего, так сказать, уровня. Он вырос в Черкассах и до сих пор выступает за Черкассы. И надеюсь... Что он будет выступать за Черкассы? Да, что есть какие-то другие варианты? Нет, ну, когда человек достигает какого-то уровня, варианты появляются, потому как не все области имеют возможность вырастить у себя достойных спортсменов или спортсменов, скажем так, высокого класса. Не потому что они не имеют, скажем, финансовых средств для этого, а потому что по каким-то другим причинам. Ну, вот, в первую очередь это должен быть найден человек, из которого... впоследствии получится хороший спортсмен. То есть человек, который как-то соответствует этому виду спорта. Добре, ну от Кулішу як олімпійцю, комфортно тоді в Черкаській області? Чи ні? Якщо, ну, просто от дивний момент, да, ви кажете, я сподіваюся на те, що він залишиться в Черкаській області. На сьогоднішній день, ну, скажімо так, моє видіння цього питання таке. Тобто, якщо у нас є... управление, которое должно, в общем-то, заниматься непосредственно этими вопросами. Вырастить, подготовить, выпустить высококлассного спортсмена. Если у нас есть подразделения, которыми управленческие подразделения, так как ШВСМ, там, НОК, хотя вроде как НОК у нас и не подразделение управления, а, в общем-то, общественная организация, но... Насколько я понимаю, львиная доля бюджетных денег заложена именно в этой общественной организации, которая обязана, то есть она создана для того, чтобы помогать олимпийцам. Ну, то есть выходит, что какие-то определенные моменты есть, что она не помогает? Да, на сегодняшний день как-то так складывается сегодняшняя ситуация. Не сегодняшняя даже ситуация, это уже ситуация складывается буквально с Олимпиады 2008 года, когда Даша уезжала в Пекин. Вот где-то примерно с того момента помощи, должной помощи, которую, например, я, как специалист, считаю, обязана быть предоставлена спортсменам, участвующим в международных соревнованиях, в официальных международных соревнованиях, таких как чемпионат Европы, чемпионат мира, тем более Олимпийских игр. Ну, я думаю, это прямая обязанность того же самого НОКа и подразделений, в которых находится этот спортсмен. Или это детские спортивные школы, или это ШВСМ, ну и так далее. То есть, как такой помощи на сегодняшний день, ну, ни Шарипова, ни Куліш. Это как-то странно звучит, но они ее не получают. Это ледь не единственный олимпийцы в Черкасской области. Ну вот зараз, да, зараз, вот Сергей Куліш, единственный олимпийцы в Черкасской области. Ну, на сегодняшний день, да. Есть еще время, скажем, для того, чтобы наши спортсмены еще попытались завоевать лицензию. Есть варианты, которые, скажем, будут у этих спортсменов для участия в Олимпийских играх. Но на сегодняшний день вот ситуация такая. Вот есть лицензия, есть конкретный спортсмен, который, в принципе... Ну, не будем загадывать, наберет на 100%, но очень серьезно претендует на участие. Ну, а каким чином тоді ви готуєтеся, ну, скажем, до цих стартів? Яким чином Сергій готується до етапів Кубку світу? Яким чином він їздить там на чемпіонат Європи, коли він поїхав в Нідерланди? Врештою, патрони там і все останнє. Ну, є, крім області, є ще збірна команда України. Тобто, благодаря тому, той помощи, которую оказывает сборная команда Украины. Это и учебно-тренировочные сборы, ну и выезды, естественно. Вот. Только благодаря этой помощи и Даша, и Сережа, и вот, в общем-то, вышли на какой-то
уровень, который, можно сказать, профессиональный уровень, который им позволяет бороться за участие в этих серьезных соревнованиях. До цього моменту, який ви говорите, да, Національний олімпійський комітет там, і область якимось чином допомагала спортсменам? До якого? 2008 рік, да, ви кажете? Так. Да. То есть, ну, у нас было нормальное отношение с Николаем Николаевичем Холоденко, то есть сотрудничество было, претензий никаких. То есть люди завоевывали право для того, чтобы Олимпийский комитет помогал. То есть было приобретение спортивного инвентаря, была отправка на международные соревнования. То есть все это было до какого-то момента. После какого-то момента все это буквально исчезло практически до нуля. То есть до нуля. То есть ноль – это ноль. Это не помощь, это просто наблюдение со стороны. Вот на сегодняшний день, я считаю, вернее, надеюсь на то, что пришло новое руководство у нас в управлении. Может, как-то получится изменить ситуацию к лучшему. Ну, чекайте, але ж нове керівництво прийшло там не сьогодні вранці, там, не вчора. Виходить так, що знову там, ну, ситуація змінилася, а ВІС і досі там. Чи ні? Ну, я б так не сказав. Тому як Зеленський і Коваленко прийшли в прошлому году, скажімо, желанням многих людей, які голосували за них, они вот на сегодняшний день занимают должности, которые они занимают. Окей. Тому чому фактично немає впливу на там Національний олімпійський комітет відділення НОКу в Черкаській області, яке може підтримувати спортсменів? Ну, сьогодні ми говоримо про Куліша. Управління, ну, я думаю, это, ну, как бы, это должно быть. Ну, у нас всегда в нашей стране и в нашей Черкасской области подводных камней больше, чем хотелось бы их видеть. То есть, каким образом складывается сегодняшняя ситуация, меня никто не посвящает в это. Но реальной поддержки олимпийцам я не вижу. Я не вижу этой поддержки с 2008 года. Ну, это странно звучит, но это так. Добре, а кому тоді допомагають? Кому тоді Олімпійський комітет може допомагати? Ну, я думаю, в таких умовах, якщо олімпійці залишаються без допомоги? Ну да, я говорю, это странно звучит, но это так. На сегодняшний день это правда. Правда, которую, ну, не скроешь. Да и скрывать как бы не получится, потому что есть какие-то цифры. Цифры – это есть средства, которыми помогают, скажем, каким-то другим видам спорта, наверное. То есть я не вхож в Олимпийский комитет, меня не приглашают, со мной не советуются. Так. Ну, от, добре, ви зараз піднімаєте реально дуже гостре питання, да, яке зараз звучить в нашому ефірі. От ви приїхали, ну, Сергій приїхав і кваліфікувався на Європу, здобув олімпійську ліцензію. Люди з відділення науку прийшли, що от, дякую, Серега, молодець, ти нас прославляєш, і спасибі, чи як? Да чи ні. Взагалі ніякої реакції не було? Абсолютно ніякої реакції не було. Абсолютно жодної реакції не було на це? Ні, ніякої реакції абсолютно не було. Тобто, по поводу ліцензії, ну... И ну, как бы, вот какого-то, хотя бы, ну, как бы, человека поздравили каким-то образом. Но все-таки это значимое событие в судьбе каждого спортсмена. Ну, я думаю, не только спортсмена, даже, как бы, областных руководителей, которые занимаются спортом. Это значимое событие. Ну, как-то так оно прошло, незаметно. Ну, посмотрим, как бы... Посмотрим на реакцію далі. Може він непомітний на Олімпіаду якось з'їздить? Добре, ну тоді наступне питання. Ви бачите взагалі виходу з цієї ситуації? Ну, от зараз. Ну от, смотрите, завжди нам говорили о том, що у нас не вистачає, як правило, средств для фінансування. Да их никогда не хватало и хватать не будет. То есть, как правило, хотелось бы больше. Ну, да, зрозуміло. Зараз ситуация такая. Бюджеты порезаны, на спорт там выделяется меньше. Ну, это объективные какие-то певні. Мы даже не берем сегодняшнюю ситуацию. Мы говорим о ситуации, которые были. То есть, когда, например, мое мнение, если бы не проблема в количестве выделяемых денег, да, а проблема в людях, которые праве распоряжаться этими уже выделенными деньгами,
То есть вот только проблема в этих людях. То есть если люди, которые вправо распоряжаться дальнейшей судьбой этих средств, то есть вот этим кашторосом, который дается управлению, если они будут распределены между теми людьми, которые, может громко звучит, заслужили этого, заслужили эти очки, голы и секунды, будет какое-то распределение денег с полезным КПД, да я думаю, даже не то, что первым, а вторым номерам, третьим номерам нашей сборной области хватало бы достаточно денег, хватало бы достаточно денег для их подготовки, даже не первым. То есть, когда звучит слово «не хватает денег», ну, честно, я в это не верю. Добре, якщо відволіктися від проблематики, яка дійсно існує і виходячи з ваших слів, вона доволі така глобальна, давайте взагалі поговоримо про те, яким чином можна займатися, яким чином можна дійти до олімпізму. Да? От, мається на увазі, от зараз ми дивимося в етап Кубка світу, да? Там кращі спортсмени, да, і серед них чемпіонат світу, так, і серед них Сергій Куліш. От коли багато взагалі у вас людей приходить на кульову стрільбу, і мається на увазі, з якого віку ви набираєте спортсменів і що для цього потрібно? Ну, скажем, немножко сложновато нам делать масовость. От конкуренцію ви виграєте, ви там, я не знаю, футбола, баскетбола і так далі. Масовості? Ні, звісно, ні. Ну, по некоторым причинам. Во-первых, у нас есть специфические, скажем, специфическое место занятий. То есть мы не можем заниматься где-то, кроме как у нас есть в нашем городе два тира. На сегодняшний день существующих два тира. Больше тиров нету. Два тира, в которых можно проводить какие-то учебно-тренировочные занятия. Эти тиры тоже очень ограничены в своей пропускной способности. То есть там, где мы работаем в 26-й школе, тир находится в 26-й школе, а сам тир принадлежит детской спортивной школе номер 2. Там 5 рабочих мест. Вот 5 рабочих мест, вот это как 5 велосипедов для велосипедиста, 5 байдарок для байдарочника, ну и так далее. 5 рабочих мест. Вот какое количество людей можно обеспечить? Притом это не работа там на 15 минут, это работа, когда человек заходит на рабочее свое место, ну, смотря, конечно, какого класса человек, на свое рабочее место, это не бывает 15 минут. Это начинающие там еще может быть. И то все это как бы дольше длится. А если человек заходит на свое рабочее место уже с каким-то опытом, с какими-то заданиями серьезными, то это продолжается в течение, там, я не знаю, 3 часов, 3 часа работы. То есть заняло 5 человек рабочих. Тобто у вас по 5 людей взагалі займається кульовою стрільбою? Ні, ми як-то виходимо із цього положення. Ми як-то, є у нас, скажімо, там, тренажерний зал, що в ньому там ложимо на ту же саму льошку людей, там, ставимо на стіночки. Ну, це не зовсім виход із положення. Тобто ми не можемо конкурувати з тими видами спорту, які можуть обезпечити робочим місцем одразу багато, скажімо, спортсменів, які к ним приходять на учебно-тренувачні занятия. Потому у нас федерация маленькая, в области она приносит достаточное количество очей. То есть мало людей занимается, немного людей занимается, но уровень их достаточный для того, чтобы область обратила на них свое внимание. То есть практически мы последние лет 8-10, мы находимся в лидерах всех видов спорта, которые культивируют область, олимпийских. А за скільки років Куліш дійшов до топ-рівня? Да, він дуже молодий спортсмен, взагалі, напевно, один із наймолодших спортсменів, які брали участь в Олімпіаді в Лондоні, саме в кульовій стрільбі. За скільки років він дійшов до цього? Ну, так получилось найти этого человека, получилось раскрыть в нем, скажем, то его способности к этому виду спорта. Пришел он примерно где-то в 5 классе. В общем-то, его способности позволили ему встать на
одну ступеньку с такими серьезными спортсменами, скажем, и уже участвовать во взрослых чемпионатах страны. У нас это возможно. То есть, пожалуйста, юноша может участвовать вместе с нашими олимпийскими чемпионами. А что главное в этом виде спорта? Это характер, талант, харизма, чи что? Ну, опять же, способности, которые заложены в для этого вида спорта. В каждом человеке есть что-то. То есть, как не тренуйся, но если тебе это не дано, ты олимпийским чемпионом станешь? Я думаю, это относится ко всему, чем занимается в жизни человек. Если тебе это не дано... Не, ну, в деяких видах спорта можно там працелюбностью досягнути олимпийского результата. Вот в кулевисты любится, можно? Ну, я не думаю, что это так настолько серьезно. То есть какого-то, да, какого-то разряда, да. Ну, олимпийские вершины, там, ну, как участие даже в олимпийских играх, это уже почетно для спортсмена. А тем более какие-то серьезные результаты, серьезные места на олимпийских играх, на международных соревнованиях, на чемпионатах мира. У нас, кстати, чемпионат мира проводится раз в 4 года. То есть это практически... Фактически олимпиада. Олимпийские игры. То есть все те же самые люди, все то же самое, только называется по-другому. К сожалению, один раз в 4 года. Ну, на завершення розмови мені залишається лише подякувати вам, що ви прийшли до нас. От здебільшого в нашій програмі ми торкаємося тем результатів, рекордів. Сьогодні спробували поговорити про проблематику, і дійсно тут наболіла ситуація, в першу чергу там, для мене, для нашої редакції, да, про те, що є реальні люди-олімпійці. Ми говорили про Куліша, можна так само згадати там, боксера Мальованого, да, які приходять і говорять, що друзі, от ми в топі, але ми не можемо поїхати на міжнародні змагання. І це, ну, це дуже, дуже важко, якби, констатувати. І тому, якби, власне, ну, спробували зробити от подібну розмову, спробували просто принаймні підняти цю проблематику. Я думаю, що далі ми теж намагатимемося це робити. Ну і, зрештою, сподіваємося, що і Сергій, і ще люди, про яких ми говорили, які дуже близькі до Олімпійських ігор, будуть отримувати ось цю бажану підтримку. Да, зрозуміло, що є фінансові труднощі, да, зрозуміло, що там ми говорили, що порізані бюджети і так далі, але, зрештою, це одиниці, які змагаються, які прославляють честь не лише там України, а й Черкащини, зокрема. В принципе, их поддержка должна быть. Ну, опять же, я повторюсь, бюджет, даже порезанный сегодняшний бюджет, это тоже какие-то деньги. Если эти деньги распределить между людьми, между которыми нужно распределять эти деньги, это один коэффициент полезности. Когда эти деньги уходят непонятно куда, непонятно на кого, ну, тогда это вот есть вопрос к тем руководителям, которые распределяют эти деньги. То есть, почему так? И хотелось бы вот все-таки какой-то гласности в распределении этих денег. Если нет у нас, системы распределения, ну, какие проблемы? Придумайте эту систему. Оценочная система, я не знаю, любая система, которая должна работать, а не по желанию какого-то руководителя, вот этому дам, этому не дам, там, я не знаю, этому, этот мне больше импонирует, этот меньше, с этим я как-то не в дружеских отношениях к тренерам, а с тем вообще нормально. И вот это вот лоббирование личных интересов этих руководителей, это, по-моему, самая основная проблема, но не в бюджете, то есть это не это очень важно, но это не самое главное. То есть даже на тех деньгах, которые на сегодняшний день есть, можно растить молодежь, можно воспитывать чемпионов, можно делать много хороших вещей. Ну, желательно, чтобы эти деньги, даже не желательно, а обязательно, чтобы эти деньги шли туда, куда они предназначаются. И те люди, которые сидят, вернее, занимают эти руководящие посты, которые, где им государство как бы позволило распределять эти деньги, хотелось бы пожелать им меньше думать о своих личных интересах, все-таки подумать о области, подумать не как меценату сидеть на этой должности. Это должность государственная, за это они получают
государственные деньги, они не меценаты. Это деньги не их личные. Меценатом вот у нас, скажем, есть награждение каждый год по номинациям, и там есть такие люди, как меценатство, да, то есть, которые вкладывают свои личные деньги. Ну, вот одним из них есть Більда Андрей. Ну, там еще несколько людей, зрештою. Да, то есть, ну, вот в частности, который будет баллотироваться на голову НОКа в Черкасской области. И тогда можно задать вопрос и подумать, если этот человек вкладывает свои деньги в людей, то есть он на них давайте, не зарабатывает. Давайте мы не будем лоббировать, да. Чьи интересы. Это... Мы говорим сегодня про проблематику, да? И действительно, проблема. То есть эти проблемы надо как-то решать. То есть по-любому их надо как-то решать. Добре, ну сьогодні ми поговорили про дійсно велику кількість проблем. Сподіваюся, що надалі вони якимось чином, ну принаймні про них треба говорити. І сьогодні ми спробували про це поговорити. Будемо, на жаль, ну, на такій мінорній ноті, але прощатися, завершувати нашу розмову. Є знову ж таки велике бажання і від нашої програми, щоб дійсно ті люди, які стоять в топі, вони отримували цю підтримку. Ну і ми обов'язково будемо слідкувати за цим. Я дякую, що сьогодні завітала до нас, поговорили про реально відверті теми, бо знаєте, от не всі тренери це знають, але не всі готові про це говорити. От, на жаль, така ситуація. Сподіваємося, що надалі буде більше таких відвертих розмов. Спасибі нашим глядачам. Хочу сказати теж дякую за те, що нас вислухали. Ну і до зустрічі в цій студії наступного понеділка. Сподіваюся, будуть значно приємніші теми для розмов. До побачення.